яркой личностью, но с учетом того, что ситуация в стране оставляет, экономическая ситуация оставляет желать лучшего, я думаю, что Алло, мам, привет, это, представляешь, сейчас проезжаю по МКАДу, с пешеходного моста, который над МКАДом, да, падают сугробы, падает мне прям на лобовое, в дребезги, да, не знаю, стекло вон все в дребезги, как его, это, не знаю сейчас, так, на работу еду, а что делать? Меня-то нет, но сам факт, что стекло разбито, этот регистратор повис, все, блин. Не знаю, что делать. Ну, не знаю, сейчас, наверное, остановлюсь где-нибудь, буду звонить. Сейчас. Вот не знаю, сейчас буду звонить сначала мне это, туда поли милицию. Сейчас это, буду узнавать, ладно. Да проехал я пост только. Сейчас тогда буду разворот искать, сейчас буду что-то делать. Ладно, сейчас давай, сейчас буду звонить. Давай.